Но менять направление, он уже привык, ты назад, ты сюда, ему сюда удобнее, а сюда ему неудобно, понимаешь? Правше влево двигаться удобно. Вот попробуй со мной. Левый дернул, оттянулся двойку, я в тебя побегу. Левый сюда, голеностоп. Видишь, куда ты пошел? Мне сюда неудобно за тобой. Только ноги нафига расставил? Раз, раз, два, раз, оп. Потому что сюда, ведь смотри, вот я правша, да, смотри, встал в стойку. Назад и вправо. Назад и вправо, раз, два. Мне сюда удобно, у меня сюда вращение идет. За тобой. А теперь назад и влево. Понимаешь, фишка все? Правше сюда неудобно. Ясно? Да, за переднюю ручку зайти прикольно. Но и правше вправо, в левую сторону удобнее бить. Здесь качнуть сюда и крутить. Провали, проваливаешь. Раз, два, оп, сюда. Вот всю тренировку здесь руками. И еще раз. Пошел. Левый дернул, левый, левый, назад, назад, влево. Давай, давай, просто левый дерни, назад, назад, влево. Левый дернул, раз, назад, назад, ай, блин. Видишь, вот так ноги встали. Все, и вот ты смотри, раз, вот ты на первом движении, и уже вот такое положение получается. Ты пытаешься дернуть, то есть я выкидываю руку, будь ты чуть на задней ноге. Еще раз. Во! Вот он ты. Сейчас удобно было? Вот твои ноги собраны. Еще раз. На задней ноге. Прям подпрыгни. Не надо ни крутить ничего, ничего. Свободно плечи. Оп. Да? Вот и все. И мне за тобой вправо уже неудобно. Понятно? Группировочку. Раз. Двигайся в челноке, но группировка вот эта. Выше встань. Выше, просто руки к себе. И вот ты пошел назад, вот, уходи, во. Отпрыгай, раз, два, три, оп. Куда? Б. Во. Понимаешь? Перетерпеть, особенно третье движение. Особенно тебя, когда вперед бежит тебя начинает человек. Он на первых двух шагах, особенно на втором, он тебя уже догнал, на третьем он тебя опережать начинает. И ты на третьем, раз, два, три, и он пролетает, а ты здесь готов. Understand? Yes. Умение сдерживать себя, а не психовать, самое главное в боксе, ясно? А тем более перетерпеть. Терпеть – это еще большее искусство. Молодец, давай, пользуйся, нормально все.